По так званій бобруйській справі, по якій були обвинувачені сер Молотов, Васькович і Прокопенко, позиція наша заключається тим, що ми визнаємо гэту справу політично мотивованою, відповідно суджені по гэтай справі політичними в'язнями. Ми не згодні категорично з тою кваліфікацією їх дзеянню, яке було зроблено слідством і після по якої вони були осуджені. В даному випадку для нас не важно, які погляди ці переконання мають гэтыя молоді люди. Ми не можемо оправдувати ті ці інші мотиви. Але відбувалося гэта все на фоні подій 19 снежня. І то, що в Україні відбувалися масові репресії, яку велику роль уграли Комітет державної безпеки. Артём, Павел и Евген – это люди, которые находились абсолютно в разных компаниях. И чему они собрались разом, чему они вырашили здесь эту символичную акцию? Я подкресливаю, что это, наверное, была все-таки символичная акция. Для нас это незразумело. Я подкресливаю, что сенс этой акции явно был символичным, именно что обрать целям своей акции карную установу, так скажем. Яка символізує увогуле ось цей існуючий державний пригнёт. І так ці інакш гэта акція мусіла прыцягнуць грамадства, на думку гэтых людзей, да таго, што ёсць іншы пункт гледжання, і гэты пункт гледжання досыць, так скажам, смелы, які не баіцца гэтых карных органаў. Калі пайшла гэта інфармацыя, рэакцыя была такая, што гэта дзеці, каторыя зрабілі ўсё, што яны маглі, паказалі вось нейкую сваю ідэю. Так. Был такой человек идейный, он хотел сначала расклеивать листовки
трафареты рисовать, то есть людей немного поднимать на некое такое движение против фашизма, против милицейского режима нашего. Но мы были поражены, мы не знали, что Рацион на такое способен. Это я собралась политзаключенным подписывать. Угу. На суде, конечно, не видно было, что он чего-то боится. Это был стойкий человек. Он улыбался. К счастью, уже у нас переписка наладилась, и я получаю от него письма. Он желает нам выдержки, желает нам держаться, быть мужественными. То есть те слова, которые вроде хочется ему сказать, он желает нам. Он считает, что ему намного легче, чем нам.